Короче говоря, когда происходит вот этот вот сезонный разлив, так получается, что вот эта вот дорога, она вся затоплена. То есть получаются заливные луга. И там вот чуть-чуть слева есть такая небольшая впадинка, которая образует лужу. В этой луже дохренища карасей. Ходил до этого, смотрел, ходил вчера ночью, смотрел с фонариком. Блин, ну там такие здоровые стоят, с ладошечку, такие еще и больше. Сейчас мы их вот этой вот сеточкой прочешем и выпустим туда вот в карьер, в нашу заводь, где более-менее хотя бы водоросли есть. Ну, надеюсь, они там приживутся. Короче, план такой. Вот она, лужа. И в ней до хрена карасей. Вон они там уже гуляют. Уч. Побежал. Ух. Ага. Все, сейчас их пока они пока еще полусонные, будем начало попадаться. Опа, карасик нормальный. А видали, ушел, да? Вот прям руками вот так вот. Так, ну-ка, ну, камеру-то настроить. Так. Короче, караси есть. Блин, об ногу бьется. Чувствую, об ногу бьется. Оп, опа, опа. Есть, нет, записал, нет. О, записал. Прям об ногу бился. Все, давай, чувак, мы тебя спасем. Так. Давай, не ссы, я тебя выпущу.
Выпущу. Так, давай пока здесь побултыхайся. Так, ну-ка, что у нас тут? Так, блин, опять об ногу бьется. Бьется рыба об ногу. Так, ладно, сейчас найдем ему пару. Опять об ногу ударился. Смотрите, какой хорошенький какой. О, какой хорошенький. О, сейчас мы таких... Главное, золотой карась-то. Не серебряный, а золотой. Сейчас давай... Дружище, мы тебя освободим из этого вечного плена. Так. Так. Чуть не упустил. Чуть не упустил, ё-моё. Так. Ага. Такой нормальный. С ладошечку уже. Так. Все, продолжаем дальше операцию спасения. Сейчас, видимо, начал подходить к этому карасиновому логову. Сейчас будет поинтересней. Уже кругом плещется. Так. О, даже... Медведь есть. Ладно. Полноценный водоем. О! Плеснулся. Вот здесь вот плеснулся. Сейчас подымем, спасем. Оп. Оп, оп. 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 Ап. Где он? Зараза. О, ух ты, ни хрена. Хорошенький там только что ушел из-под руки. Хорошенький ушел. Вон уже сколько тину накидал. Вот здесь у меня сетка с карасями. Сейчас будем выпускать их в карьер. Так, ну-ка. Это что у нас, значит, что здесь где-то что-то есть? Вот он пошел. Сразу вот он. Ух ты, об ногу бьется. Ты что, ну где? Блин. Большой. Большой, жалко. Сдохнут же все. Зимой все промерзнет до дна. Жалко рыбину. Так. И чё? Ладно. О, видали как? О-о-о. Мучит. Так, подбираемся. Вот так вот сверху. Оп. Нет. Оп. Нет. Оп. Оп. О, блин, ушел. Из-под правой руки ушел.
Блин. О, зараза, блин. Откуда сюда пошел? Ай, блин, сапог набирал. Набирал сапог. Да ладно, честно. О, об ногу бьется. Оп. Не? Нифига. Так. Ой, какая хребтина стоит. Хребтина какая. Видите, нет? Хребет. Вот он, карась. Вот он. Сейчас мы его сцапаем. Во! Хорошенький. Так, в сеточку и потом в карьер. Сеточку и в карьер. Где у нас сеточка? Вот она сеточка. Хорошие караси, золотые караси. О. Так, давай. Я тебя все равно выпущу. Давай. Вперед. Хоп. Сеточку. И потом в карьер. Так. Ну-ка еще посмотрим, что у нас тут. Хопа! Что-то хорошее об ногу ударилось, что-то хорошее. Блин, ушла. О! Опа-на! Хорошо. О! Давай, пойдешь в карьер. Не беспокойся, не буду я тебя есть. Давай, пойдешь в карьер. О! Так, стоп. Оп-оп-оп-оп. Маленький карасик. Давай. Да подожди, ты никуда не ползи, блин. Я тебя выпущу в карьер большой. О. Тихо. Это линь. Линь, ё-моё. Линёк. Снимает, нет? Линёк. Линька выпущу. Пощупываем. А? Да? Я караси ищу. Да, вообще. Нашел ли я карасей? Да. Да. Ты посмотри, дай нам маленького вот этого. Сейчас, давай их сразу отпустим, пойдем. Ну, зачем их отпускать? Зачем мы их пожарим? Ты что? Нет, что? Так что нельзя. Что значит нет? Что значит нельзя? Нет, все. Ты что? Так, все, нет. Дому нам давай. Вот, сейчас пойдем, отпустим карасей. Первый заход. Зарыбим место. Дай одного. Надеюсь, успел. Так, ну что там?
Давайте очухивайтесь. Их тут пока перетащишь, тоже время занимает. Хорошие такие. Едабельные. Ну, пускай очухаются немножко. По большинству, или как там, кто первую руку попадется. Гуляй, карась. Давай, гуляй. Пошел, родимый. Так, что ты этот маленький? Что там? Плохо себя чувствуешь? Ну-ка, давай-ка иди на свободу. Давай. Выпутывайся из сети. Так, давай. Вот, молодец. Все, пошел. Вот, все, молодец. Хорошенький ты мой. О, золотой. Золотой. Иди гуляй. Пошел гулять. Давай еще один. Вот ты мой хорошенький. Пошел гулять. Давай. О, пошел. Так. Следующий. Говорит заведующий. Еще один хорошенький. Давай, иди гулять. Молодец. Так, маленький. Карасько, ну какой карасько. Маленький. Иди гулять. Давай. О, пошел. Молодец. Так. И этот. Ну, такой тоже. Маленький. Тоже. Ну-ка, давай. О, пошел. Молодец. Все. Все молодцы. Все выжили. Вон, сейчас, вон, сетку тащит. Сетку тащит. Сейчас наших карасей выпустим сюда, в эту заводь. Тут как раз водоросли сразу начинаются. Ну и на следующий год, надеюсь, карасиков тогда здесь постреляем. Сейчас, не беситесь, сейчас все равно всех отпущу. Вот такой вот у нас есть маленький. Ну, давай. Еще маленького. Ну куда ты опять к берегу-то приплыл-то, ё-моё? Нафиг компания. Следующий, кричит заведующий. Ну, давай. Вот там еще компания. Thank you.
посмотрите, вот такие хорошенькие. Да. Так, едабельный. Ну, давай. Прыгающий. Ну и твоя очередь, давай. Давай, друган. В следующем году, может, увидимся.